Придя в театр, зритель ожидает увидеть актера на сцене. Но иногда спектакль можно не только посмотреть, но и самому поучаствовать в представлении. В театр «Наш дом» приехали актеры из Республики Адыгея. Для маленьких зрителей они показали мюзикл «Волшебная овечка». Мне нравятся разные выступления. То, что это не просто на экране, а в реальной жизни. То, что это труд людей, они выступают, они много это репетировали. Подготовка к спектаклю началась еще ранним утром. Сначала настройка оборудования и генеральная репетиция, затем актеры расходятся по гримерным. Несмотря на пандемию и всероссийский локдаун, театры продолжают работать, но с ограничениями. Посмотреть спектакль можно только по QR-коду, а зал заполнен всего на 50%. Многие сдают, например, билеты, я говорю откровенно, потому что у кого есть семьи, маленькие дети, они тоже все как-то немножечко боятся этого периода. Это же неожиданно у нас. Мы работали раз, и получился локдаун. Пока зрители собираются в фойе и с нетерпением ждут первого звонка, актеры готовятся к выходу на сцену. К сожалению, в связи с пандемией у нас сейчас 50% заполняемости зала. А мы привыкли, что у нас зал всегда полон и даже переполнен. Ждем, когда наконец это все закончится, и вновь детей будет гораздо больше. Кто-то накладывает грим и надевает костюмы, а кто-то входит в образ. Из-за ковидных ограничений зрители остались без традиционного буфета, но организаторы придумали другое развлечение. В фойе театра поставили красочную фотозону с ярким реквизитом. У нас осталось буквально 1 минута до начала спектакля. Для меня это, конечно, очень волнительно. Мы приехали, практически издалека, и большой зал очень красивый. Играю я роль мальчика. Наша дружная команда, наша труппа, наша сказка, наш режиссер, практически все мы сегодня здесь. И мы, конечно, очень переживаем и надеемся, что зрителям понравится наша сказка. Спектакль «Волшебная овечка» — это сказка про злого волшебника, который украл золотую монету у адыгейского народа. А храбрый мальчик Каплан вместе со своими друзьями отправился вызволять монету у колдуна. Спектакль интерактивный. Актеры играли не только на сцене, но и прямо в зрительном зале. Спектакль прошел на ура. Зрители дарили актерам цветы и провожали громкими овациями.